Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Шоумен Денис Сорокин рассказал, что после сообщения о своей семейной драме Лера Кудрявцева выросла в цене. Сразу после того, как она призналась, что ушла от мужа Игоря Макарова, ее гонорар стал больше вдвое. Насколько я знаю, у Леры после заявлений о разводе гонорар повысился. Вместо 25 тысяч евро за конферанс, ей теперь предлагают 50 тысяч евро. Напомним, Лера Кудрявцева рассказала, что ушла от мужа из-за алкоголя. Сразу же нашлись люди, которые сообщили подробности, мол, напился так, что затопил квартиру. А звезда ток-шоу Анна Калашникова убеждена, что причина пьянства Макарова в его нереализованности. С Игорем Макаровым Кудрявцева сыграла свадьбу еще в 2013 году. Она родила ему дочку Машу в 46 лет, пройдя процедуру гормональной стимуляции и трижды перенеся ЭКО. 16-летняя разница в возрасте между супругами никогда не была для них каким-то препятствием. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.